يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء؟ Сегодня в городе Дамаск раздано 7300 порций ифтара и продуктов питания от общественного фонда имени Ахмад-Хаджи Кадырова. Пусть Аллах примет ваши благие дела. Ахмад Хаджи Сарон Йошел фонду Далгазут Обудольсуна Дэн Сэн Ишду Дамаскиха Гута Бошел Шметтях Буберыш Мискишнаган Ацарга Марха Дастыч Ишта Алих Паха Пхи Эзир Дереги Ворх Эзир Буберыш На И Буберыш Хопш Бол Дюдуш На Ахмад Хаджи Сарон Йошел фонду Ваймахка Дэн Саша Массанах Дош Сэн Ишду Весхал Вождала Обудоль